третья монета, знаете, видите, китайская такая. Знаете, как вот у лягушек в сувенирных лавках во рту торчат? Видите, да? Да. Вот. Знаете, это что, такие монеты? Нет. Из Китая. Именно желтые, кстати. Обладают такой интересной способностью притягивать деньги. Видите? Смотрите, у нас здесь есть наши желтые и 20 рублей, по-моему, наши отечественные. Согласны со мной? Угу. Вот. Как они притягивают деньги? Внимательно смотрите? Да. Точно? Да. Камера у вас вообще тоже. Сложно будет обмануть. Ну, давайте попробуем. Смотрите. Первый способ. Раз, два, три. Видите? Одна перелетела. Осталось сколько? Три. Правильно? Да. Математику хорошо знаете? Ну, пойдет. Пойдет. Отлично. Давайте попробуем еще раз. Давайте. Давайте. Третья попытка. Ну, вернее, вторая. Мелкая математика плохо. Смотрите. Раз, два, три. Видите? Две. Видно? Да, видно. Классно. Давайте так. Одна китайская, помним, да? Угу. И две наши. Отечественные, да. Правильно? Да. Давайте. Изменим. По руке пойдет. Вот. Три переместилось, одна осталась, правильно? Да. Сколько осталось? Одна осталась. Осталась одна. Обратите на нее внимание, но не отвлекайтесь. Три переместилось, правильно? Одна китайская осталась. Я попрошу вас руку сейчас вытянуть одну вперед. Свою. Хорошо? Договорились? Отлично. Так. Видно? Или в камеру не видно? Видно. Видно? Прекрасно. Смотрите. Вот. Ваша задача. Сейчас руку крепко сжать. Монеты бросаю, крепко сжимайте. Хорошо? Угу. Чтобы я оттуда ничего не мог украсть. Угу. Договорились? Ну, сначала руку-то открыть. Ну, да. Давайте. Раз, два, три. Закрывайте. Смотрите. Переверните. И последний. Это самый сложный этап фокуса. Глядите. Давайте попробуем сделать так, чтобы монета сквозь вашу руку прошла. Она? Да. Да, ну это, понимаете, в принципе, это был как бы фокус с ловкостью рук. Стучите. Сами возьмите, постучите. Об стол, об все, вообще угодно. Стучите, проверяйте, не стоящие. Я вижу. Не подпиленные, в камеру можете показать. Видите? Нормально? Здесь постучали. Тоже нормально, да? Вы заметили, что здесь двух одинаково. Угу. Вот. Это сложка, которую, знаете, где? В школе, наверное. В школе столовой. А он примерно выглядел вот так вот. Знаете, все эти люди с мягким карандашом? Ну, видите? Угу, да. Вот, но мы с вами прекрасно понимаем, потому что действительно люди, на самом деле, ложка у нас мягкая получается. Здесь самое главное – включить воображение. Вот, смотрите. Если ее потерять здесь, начнет немножко эмоций. Он тоже может сказать, что это действительно иллюзия. Пока я вам правду ложку не покажу. Согнулась, проверьте еще раз. Возьмите, возьмите. Ну, нормально? Да. 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 Гнуто. Гнуто. Да. То есть камера нормально это запечатляет? Да. Какого обмана? Давайте попробуем еще раз. Смотрите. Вот. Смотрите, смотрите, смотрите. По-моему, посильнее погнулась, да? Проверять будете еще раз? Нет. А почему нет? Верите? Да, ну я вижу. А, вот сразу доверяете? Да. Хорошо, смотрите, сейчас тоже нужно будет внимательно смотреть, проверить, то, что действительно. Сейчас самый сложный. Сейчас попробуем погнуть ложку, ничего не пря, ничего не делая. Хорошо? Угу. Договорились? Смотрите. Можно поставку для телефона сделать? Очень удобно. Да, кстати. Можно попросить карту выбрать. Любой. Да, вытягивайте, мне не показывайте в камеру, покажите. Хорошо. Запомнили? Да. Можно попросить вернуть? Да, смотрите. Вот.
честно, она где-то внутри. Угу. Вы ее помните? Да. Да? Прекрасно. Итак. Думайте о ней просто. Хорошо. Хорошо. Смотрите, ваши мысли, они эту карту немножко меняют. Потому что она ваша, она становится действительно особенной. И после того, как она стала действительно особенной, мы ее можем найти. Угу. Что? Не было там синей карты. Уверен? Да. Хорошо. У вас какая была? А ее говорить да, нужно? Да, можете сказать. Король черви. Она? Да. Единственная синяя карта здесь? Да. Правда? Да. С ума сойти. А хотите второй раз покажу тот же самый ход? Да, конечно. Обычно по два раза, кстати, не покажем. Почему? Потому что второй раз зритель уже будет смотреть внимательно. Перекрашенные карты будем складывать вот здесь. Договорились? Угу. Угу. Договорились. Или давайте прямо под камеру положим, чтобы здесь. Хорошо. Все. Отлично. Так. Поможете? Опять. Да, конечно. Хорошо. Давайте поступим так. Я буду сдавать карты вот так вот по одной, ну или по две, как по один. Угу. Хорошо? А вы где-нибудь скажете заветное слово «стоп», угу. Чтобы я остановился. Хорошо. Хорошо? Договорились? Да. Стоп. Отлично. Так, угу. Да, все. Запомнили? Да. Точно? Да, точно. Не перепутайте. Ладно, все. Убрали. Заметьте, вы даже карты не касались. Да. Что самое интересное. Это значит, мне будет еще сложнее найти в колоде, верно? Угу. Кстати, а давайте покажем зрителям, потому что у нас с вами карты все действительно разные. И повторяющихся нет. Угу. Да. Вот. Моя задача что сделать? Найти. А, ваша задача подумать о карте. Думаю. Хорошо, думаете? Да. Представили ее? Угу. Угу. Отлично, перекрасить сейчас. Бывает, мы же плохо подумали. Давайте еще раз поищем, подождите. Хорошо. Вот, мы, кстати, подошли к третьему типу фокусов. Это фокусы, которые не получаются. Но знаете, что самое интересное? Mm-hmm. У нас есть одна синяя карта здесь. Пусть это будет некий план Б, который мне как поможет исправиться. Хорошо. Да, возьмите тогда своей рукой. Перед этим скажите, какая у вас была карта вторая, которую вы выбрали? Дама червей.